Подоляк, ви бачите, Подоляк схвалив заяву німецького міністра юстиції щодо арешту Путіна, сказав, що це дуже добрий, вдалий крок. Але чи дійсно на це готова Німеччина, на вашу думку? Да, это был очень... Да, я хочу вас приветствовать. Я должен сказать, что это был настоящий акт мужества, потому что Международный суд в Гааге как раз сделал то, что должен был сделать от имени международного сообщества. Это тот заслуженный, я бы сказал, факт, хотя бы не так уж заслуженный, я бы прямо сказал, потому что этот диктатор заслуживает еще большего. Даже без суда, как сказать, заслуживает той кары, которую, так сказать, он обрек весь украинский народ. Я думаю, что как раз то, что немецкая сторона уже готова, не только, так сказать, от имени канцлера, но даже министр юстиции до этого сказал, что они готовы задержать Путина и передать Международный суд Гааги. Я думаю, что это как раз должны абсолютно все страны, которые подписали данный Рим, соответственно, реагировать на это, на решение Международного суда. Потому что Международный суд Гааги, он фактически стоит, он как раз стоит над любым национальным суверенитетом любого государства. Так что я думаю, что это уже это такое же, так сказать, решение, каком было в свое время Нюрнбергский трибунал. Я думаю, что как раз все страны, которые подписали, кстати, Грузия тоже подписала данный статут. Я не думаю, что Путин сейчас посмеет в Грузии, так сказать, появиться. Но если он появится, даже на территории, оккупированной территории Абхазии, Сахалинского региона, то он, естественно, подпадает под то, так сказать, юридическое деяние, о котором грузинское правительство будет обязано, так сказать, соответствующие шаги предпринять. Я думаю, что как раз Германия и все абсолютно страны Запада, и даже, так сказать, те страны, примерно это 128 стран, которые подписали римский статус и фактически подпадают под юрисдикцию Международного суда в Гааге, я думаю, что они как раз совершат справедливость. Чи є країни, які, можливо, не готові піти на цей крок і заарештувати міжнародного злочинця? Да, ну для України це було, естественно, так сказать, неожиданно, естественно, в этом контексте. И, ну, я думаю, что как раз, я думаю, что как раз вот этот приезд, самовольный приезд в оккупированную территорию, Мариуполя, это вот как раз Путин специально, как говорится, сделал такой шаг, чтобы как-то вот еще раз разозлить там украинские власти и демонстративно показать, что ему, так сказать, абсолютно безразличны акты международного права, и фактически он будет решать... Ну, в этом контексте, что мне сказать? Я думаю, что как раз в самый раз было бы провести спецоперацию с силами ВСУ и спецслужбами Украины, чтобы захватить этого диктатора и потом передать его в Гаагу. Ну, я думаю, что в скором времени так и произойдет. Для зручности повторю еще раз питання російською. Есть ли страна, которая, несмотря на то, что ратифицировала этот статут, будет не готова арестовать Путина, если он ступит на ее землю? Ну, к сожалению, может, такие страны, так сказать, и могут появиться. Я сейчас не буду, так сказать, все страны, 120 стран говорить с такой, я бы сказал, прямотой. Даже, я должен сказать, что США тоже не подпадает под этот список, потому что тоже не подписали, значит, это статус. Но США, если словами Байдена как раз, как президента этой страны, Байден прямо сказал, что как раз Путин подпадает под такую юрисдикцию, так что если он приедет в США даже на, значит, Генеральной Ассамблее ООН, то он будет арестован властями США и передан, соответственно, как говорится, в Гаагу. Я думаю, что будут некоторые страны, которые на это не решатся. Не решатся, я в этом это не исключаю. И даже вот такой символический момент, когда вот интересно будет такой факт, если приедет Си Цзиньпин в Москву после такого, так сказать, деяния со стороны Международного суда Гааги, это тоже очень будет символичный, так сказать, вариант, факт, потому что если он не приедет в Москву, то это уже будет означать, что даже Китай может принять такое решение. Посмотрим.
Пока еще, так сказать, я думаю, что китайские власти еще не решили, насколько Си Цзиньпин, правда, приедет, так сказать, в Москву. Это все, как говорится... Так, дійсно, за його діями зараз всі спостерігають. Который всегда хочет выдавать желаемое, да, да, желаемое за действительность. Так, так. Пане Вахтангу, зараз в головному управлінні розвідки українському вже пішла мова про те, що є приємник Путіна якийсь, що це вже обговорюють у стінах Кремля, чи вірогідно це, чи це все ще тільки додуми, на вашу думку? Я думаю, что вот это процесс, так называемый, так сказать, транзит власти, который еще Путин обдумывал, как вы знаете, со своим, как говорится, ближайшим окружением. Я думаю, что уже будет, так сказать, ускориться, потому что как раз в будущем году должны состояться президентские выборы. Я думаю, что Путин предложит своего кандидата. Я не исключаю даже, что этим кандидатом может оказаться и Пригожин. Я об этом еще раз говорил, что Пригожину уже, так сказать, появились амбиции. Ну, хотя он говорил, что он хочет стать президентом Украины, но, как говорится, вместо Украины надо, естественно, подразумевать Россию. Так что я думаю, что как раз этот так называемый, так сказать, транзит власти еще более ускорится. Я думаю, что в скором времени даже я не исключаю, что такой ельцинский вариант, рокировка Ельцина 2 скоро произойдет в России. Є дуже багато фактів, які свідчать про те, що Пригожин зараз не в фаворі в Російській Федерації, ну, як мінімум, його конкуренція з Міноборони. Наскільки вірогідно, що він може стати послідовником Путіна? А після такого, я би сказав, іспуганого і такого, я би сказав, ошарашеного Путіна, якраз от такий шаг, якраз був би, так сказати, більш резонним. Це з моєї точки зору. Тому що Путін любить так, неожиданні, так сказати, шаги проделувати, тим більше зараз, на сьогоднішній день. Потому что Путин не доверяет даже своей, я бы сказал, своей среде, как говорится, и своим, так сказать, сподвижникам. Так что это еще один такой момент, что он можно передать тому, которому, так сказать, которого даже никто не, так сказать, ожидает, что он будет преемником Путина. Я думаю, на вашу думку, может Путин зараз наляканный? Я правильно почула? Да? Да. На вашу думку, Путин да, зараз наляканный? Правильно почула? Да, конечно, конечно. Путин сейчас очень боится. Он сейчас боится даже своего окружения. Так что ему нужен такой человек, который, как говорится, будет еще, так сказать, соперничать со своим близким окружением. То есть он так в контексте противовесов и баланс сил хочет, так сказать, я бы сказал, завертеть интригу внутри Кремля. То есть, Вахтанге, щодо провокацій, які плануються в інших країнах? Сподіваюсь, ви мене чуєте. Провокації у Франції та Болгарії, які планують зробити російські активісти для того, щоб завадити передачі Україні тих же мігів або ще якоїсь військової допомоги. Як ви гадаєте, чи будуть вони успішними? Я не думаю, що вони будуть успішними, тому що Франція і Болгарія не ті країни, де, наприклад, російські, так сказати, спецслужби або проросійські сили мають якийсь вес. Це прямо можу сказати. И они даже не имеют вес даже других, так сказать, западноевропейских стран, потому что я должен сказать, что западноевропейские страны, особенно их нет силы контрразведки, они приняли очень мощные, как говорится, действия после начала войны в Украине, чтобы как раз ликвидировать как легальную, так и нелегальную сеть разведывательных служб Российской Федерации. И сейчас, как вы знаете, даже вот война в Украине показала, что российские спецслужбы, они очень фактически неэффективны и даже не могут исполнить своих, так сказать, амбиций или своих задач на уровне оперативного и оперативно-тактического уровня, не говоря уже о стадии. Я думаю, что это все, как говорится, мифы, больше ничего. То есть у пророссийских сил, особенно как за которыми стоят, естественно, конкретные российские спецслужбы, естественно, сейчас никакой, так сказать, надежды не останется, кроме того провала. Кроме провала. То есть они не боеспособны, не действенны. Я думаю, что как раз, во-первых, Российская Федерация даже не Советский Союз, который имел такие возможности в большом, так сказать, объеме. То есть, как говорил великий Остап Бендер, это не Рио-де-Жанейро, это хуже, чем Рио-де-Жанейро. Зараз у топі обговорень, якраз візит у Маріуполь,
Путіна. Давайте поговоримо про це. Чи відвідував диктатор, наприклад, якісь території Грузії, коли захоплював шматочки вашої країни? Ну, я взагалі, так сказати, то після Маріуполя теж я не исключав, якщо він, так сказати, приїде в окуповану Абхазію чи в окуповану Цхинвалі. Так що це просто демонстрація того, що он хочет сейчас показать, что он якобы не боится Гаагского суда. Это вот демонстративно он так сделал так, такой шаг. Просто для того, тем более, что он приехал в ночное время. Это самое интересное. Только самые, так сказать, великолепные трусы могут приезжать в такое время. Попробовал бы он приехать на дневной, так сказать, днем или утром хотя бы, да? Ну, это даже, так сказать, и тоже... И можем даже такой вопрос задать. А приехал ли, правда, Путин? Может, это приехал его двойник? Это еще хуже. Так что у него там, по-моему, несколько двойников. Так что я думаю, что, скорее всего, приехал его двойник. Но этот жест, так называемый, так показать своему, так сказать, народу или своему окружению, что, мол, он никого не боится. Хотя он боится. Вы помните эту фразу? Я Кусама. Боюсь. Вот это все из этой серии. Так что я думаю, что это просто... Или с другой стороны, он еще хочет, так сказать, сам себе показать, что он не трус. Вот сам такой... Мабуть, фраза була «я не трус, но я боюсь». У нас були деякі невеличкі проблеми зі зв'язком, але я здогадалась. Пане Вахтанге, таке питання щодо суспільства Грузії, населення Грузії, її людей. Чи є якась певна суспільна думка, яка зараз вже устаткувалася стосовно вторгнення Російської Федерації в Україну? Тому що на початку ми пам'ятаємо, що були мітинги, люди виходили на підтримку, але влада не була такою одностайною з людьми. Ну, главное, что думает грузинский народ. Самое интересное, они думают, что думает нынешнее правительство. Потому что правительство приходит и уходит. Во-первых, так сказать, от всего государства президент Грузии абсолютно выразил поддержку Украины. Это правильная позиция. И особенно все слои грузинского населения, даже народа, абсолютно, так сказать, поддерживают Украину. Ее, так сказать, я бы сказал, в этой несправедливой войне против Российской империи. Так что мы стоим горой за Украину. Я думаю, что в скором времени грузинское правительство тоже придет к этому мнению, я так думаю. Я в этом уверен, потому что значит, демонстрации и та сила, я бы сказал, протеста, которую показал грузинский народ, уже заставят думать правительство, как бы изменить свою позицию и быть с народом, а не против нее. Це саме головне. Головне, що якраз кілька народ... слів про це після скандального прийняття закону про іноагентів і великої кількості протестів. Зараз маю новину, що правляча партія Грузії обговорила план дій після того, як відступилася із законом про іноагентів. Запитаю у вас, що буде далі, які прогнози надії? Да, це вопрос інтересний. Ну, во-первых, так сказати, збираються створити Конституционный совет, координировать свои действия. Я думаю, что с 9 апреля начнется новая волна протестов уже против правительства, чтобы, значит, имело место смена этого правительства и чтобы были назначены новые парламентские выборы. Потому что Грузии необходимы новые парламентские выборы, не очередные парламентские выборы, потому что этот парламент не представляет чаяния народа. Это прямо могу сказать. И фактически этот парламент потерял свою легитимность. Те демонстрации, которые были в отношении, значит, контексте, так сказать, так называемых агентов, то есть закона об иностранных агентах, показывали и доказали именно этот факт. Я думаю, что будет неспокойно, будет опять, так сказать, политическая, так сказать, нестабильность в Грузии, но уже в контексте того, что, значит, должны уже пройти, должны быть назначены новые неочередные парламентские выборы. И данное из нынешнего правительства должно идти в отставку, которая фактически себя дискредитировала. Зрозуміла вашу позицію. Дякую. Дякую величезне. Нагадую, що з нами був Вахтанг Маєсая, грузинський експерт, доктор політичних наук. Дякуємо вам.